Детское радио представляет. И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. С Крутилкиным, Вертелкиным все возможно. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. Ну и ну, новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Со мной и со мной. Привет, Крутилкин. Привет. Мне надо вырастить урожай на планете, где не растет ничего. Крутилкин, да вместо опытов почему кино смотришь? Да еще в лаборатории. И не стыдно тебе? Микроскопы пылятся, научные открытия не совершаются. Че хоть за фильм-то? «Марсианин». Про космос. А, это где герой в черную дыру попал? Нет, это «Интерстеллар». А, это где марсиане у мальчика маму похитили. Вертелкин, ты совсем в кино не разбираешься. Это «Тайна красной планеты». И вообще это мультик. Вертелкин, не отвлекай. Я вообще-то тут важным исследованием занимаюсь. Это каким еще исследованием? Сколько минут можно в экран смотреть, не моргая? А вот и нет. Я изучаю, как на Марсе можно выращивать овощи. Вот тут герой фильма остался на Марсе один и выжил, представляешь? А все потому, что картошку выращивал в теплице. Хе, ну ты даешь, Крутилкин. Растения в космосе давно уже выращивают, разве ты этого не знал? Но не на Марсе же. Не на Марсе, но это пока. Сейчас наши ученые из Сибири работают над орбитальной теплицей. Говорят, их разработку можно будет и на Луне, и на Марсе использовать. Так. И кто же это такую теплицу придумал, интересно? Исследователи Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева. Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Это все у нас в России, в городе Кемерово находится. Помогали им ученые из Томска. И что же в орбитальной теплице будут выращивать? Как что? Меня, конечно! А вы кто? Вернее, вы что, съедобны? Ну, разумеется! Я же космический шпинат! Точнее, пока земной, но в будущем, уверен, и на орбитальной станции побываю, и на Марсе, и на Луне! А может, и до самого Юпитера долечу. Вертелкин, это твои проделки? Что это у нас шпинат в лаборатории делает? Растет. Я хочу такую же космическую теплицу у нас тут соорудить. Да-да, и выращивать не только меня, но и моих братьев. Вырастем и... Поехали! Вместе со шпинатом полетят лук-порей, петрушка, базилик и много всякой другой полезной зелени. А то что там эти космонавты едят? Консервы, супчик из тюбиков. Вкусно, конечно, но... Свеженькая зелень, это ж и глазу приятно, и желудку полезно. Что может съесть космонавт на обед? Из тюбика выдавить пару котлет. Варенье из тюбика, тюбик с картошкой, тюбик с тушенкой и гречкой немножко. Еда из тюбика станет вкуснее, если добавить лука-порея, фасоли, петрушки и листьев салата. Ну и, конечно, побольше шпината! Побольше шпината! Добавьте, ребята! Побольше шпината! Добавьте, ребята! Подождите-ка, шпинат. Чтобы вас вырастить, нужно же столько всего. Свет, почва, вода, удобрение, опрополка. Космонавты с космическими тяпками. Ну нет же, нет! Ну какие тяпки? Космическая теплица выглядит совсем не так, как садовая. Она похожа на трубу. В ней растения поливаются автоматически. И свет там особый, умный. Чтобы я и мои коллеги быстрее росли. Зелень на станции уже выращивали. Но так, чтобы все было автоматически? Никогда! Зеленым космонавтам, Крутилкин, не очень нравилось расти в космосе. А вот в новой теплице условия будут отменные. Как на курорте. 5 звезд. Еда, напитки, все включено. Это значит, скоро и правда мы будем картошку на Марсе выращивать, как в кино? Да, Крутилкин. И картошку, и морковку, и салаты, и огурцы, и помидоры. Представляешь? Открываешь теплицу, а там дыня. Ха! Эх, жалко, шоколадки пока никто не научился выращивать. Шоколадный космический салат я бы сейчас
настругал. Эх ты, Крутилкин, есть уже такой прибор домашний. Холодильник называется. Там я коробку конфет припрятал. Пойдем по одной. С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну. Новости науки. Ну и ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Программа создана в рамках информационной поддержки национального проекта «Наука и университеты» и «Года науки и технологий». Подробнее о мероприятиях года читайте на сайте годнауки.рф.